И всем, да, ров, дорогие друзья, меня зовут Мистер Зенни. И сегодня мы поиграем в игрушку под названием Grand Mobile. Я давно не было серии. Короче, что мы планируем на эту серию? У меня 700 тысяч, 500 я снял. И на эти 500 тысяч мы будем покупать мне новую машину. Если я не найду ничего, можете вы что-то предложить мне сегодня, подписчик. Не помню какой ник, но помню ID 401. Если, чел, ты это смотришь, тебе огромное спасибо. Ох, что-то хотел подарить, но у меня в этот момент вылетел сервер, ё-моё. Я расстроился, но ладно, пофиг. Сейчас вот у меня 530 тысяч на балике. Хочу себе машину купить. Понятно. Хочу себе машину топовую. Не говно, не как у меня. И мою машину продать. И мой типа хриплый голос. За, ну, рублей 300 тысяч, 250, потому что по ГОСТу 150 тысяч сливать, когда я в него вложил 300, ну, почти, точнее, 100 тысяч, ну, не очень мне подходит. 300 тысяч, 250 я продам ее, наверное. Если кто-то из вас ее купит, конечно. Не знаю. Короче, чел, тебе огромнейшее спасибо. Вот, в принципе. Ой, жесткий, жесткий, жесткий. Ой-ой-ой. Так. Собственно, такси уже сейчас мы должно скоро подъехать. Оно уже приняло, чел, мой вызов. Вот. Если вы... А, ну да, вы не знаете, откуда у меня 700 тысяч. У меня было 500. Нет, 400. Потом я продал свою шапочку. Не помню, продался рюкзак мой. Мне этот скин я себе оставлю пока. Вот. У меня вот так этот, было 700 тысяч. И рюкзаки мне никто не покупает. Я, наверное, по 1100 их выставлю нафиг. Чтоб хотя бы этот... 10... Не 10 тысяч, а эти... Как сказать? Короче, забейте, что я все это говорил. Ну где это такси? Кстати, приняли меня в семью какую-то, хз какая. Так что, если кто этот хочет, то можете пригласить как бы меня там куда-нибудь в семью, в организацию какую-нибудь. Потому что эта семья какая-то тупая, сборы какие-то, я на них пришел 15 минут, стою просто афкашу. И мне шати стоишь, я ливнул нахер. Ой-ой-ой. Да где это такси, блядь? Может, он переедет? Ну да, конечно, конечно. Каждый, кто принимает вызов, он его... Что это за бред? Я не понимаю. Что это такое? Пошел в жопу. Тун, 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 тун. Желательно машину с неонами, черная либо же красная. Потом с турбо, с двигателем, с шинами и с тормозом. А, ну и с турбонаддувом. В принципе, вот так вот как-то. Бэха какая-нибудь, либо Мерс. Ну, Мерс за 500 тысяч, это что-то вообще. Тут, блядь, сбить меня пытаются, падлы. Кстати, ребят, подписывайтесь на мой ТГ-канал, ссылочка будет в описании. Там выходят видеоролики и все такая херня. Лёша Волд, ты где? Или это мне, или кому? Я в канаве. Так. На самом деле это очень приятно, типа подписчик ко мне подходит и говорит,
Типа он что ли бэху хотел мне подарить, но мы не доехали. Не знаю, может, хотел меня заскамить. Но в любом случае, спасибо тебе огромное. У меня это в первый раз, в принципе. Он меня как-то нашел в казике или где, стоп? Нет, на авторынке он меня как-то там нашел. Предложил машину. А, нет, я посмотрела его машину. Потом он спросил, типа, я с Ютуба, я сказал, да. Ну и вот. Вот, как-то так. Хер, я не могу двигать. О, могу. Ёпты, что так лагает? Ой, это Махачкала. Норм. Вот эту вот машинку я хочу продать. Ну, как бы уже, блин, ну, правда, она быстро, но разгоняется медленно. Разгоняется медленно. У меня еще ютубер там по стендов 2, когда я уже стендов 2 давно-давно не играю. Нормально. Так, блядь. Сейчас, в принципе, поехали. А я не помню, надо... А, влево надо. Блядь! Ёп! Давай, перевернись! Вот что это за бред? Как только ты переворачиваешься... Слушайте, мне будет лучше просто новую машину. Да, блядь, иди нахер! Что за бред? Тут. Так, я уже добежал. Так. Стоянка. Типа продавать вот 150 тысяч. Я его за 200 брал. Ё-моё. Только сейчас приняли мой вызов. Да блин, что за бред? Наконец-то. Ты шо, падла? Шо в жопу? Дай перем. Шудать? Пем комп. Дай пем комп. Шо, блядь, тупой. Рил какой-то сейчас. Да что это такое? Вы видите, как у меня лагает? Ну, мне так никогда не лагало, отвечаю. Блин, я как-то играю, мне очень удобно. Подождите. Мне сейчас жопа взорвется. Какое же говно. 700 игроков всего на сервере. Блядь. Не скликни. Блядь, один выйдет, блядь. Я не знаю, я... Сил записывать, я не могу нормально выехать с Арзамаса 9 минут 20 секунд, что за бред? Блять, Гранд Мобайл, шо с вами? Я не понимаю, шопа сгорит вся. Извините. Не, 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 не
Сука, у меня сейчас жопа взорвется, я просто... Блядь. Чел, чел, довези до стоянки, пожи. Чел, блядь, я ёб твою мать. Я сейчас просто, я не знаю, у меня это, блядь. Брат, довези до стоянки. Щёки. Как же меня бесит это говно. Блядь. Тихо. Сейчас я включу, когда приедет он. Пацаны. Какой-то хер. Хер. Я заказал такси. Он меня взял и подобрал чела. И, блядь, я заказал такси, и мне надо до стоянки. И, блядь, он мне говорит, пошел нахер. Это что за говно, я не понимаю. Что за дауны? Просто бред. Сейчас я опять закажу, если... Добрый человек согласился меня подкинуть до стоянки. Спасибо тебе, чел. Ёпта, наконец-то. Короче, ребята, спасибо за просмотр. Наверное, вы эту херню даже не смотрели. Пошел нахер я отсюда. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. С вами был...